Итак, ремонтирую фонарь, название которого я выложу в название ролика. Вот, он вообще не включался. И в чем была проблема? Я не знаю, такой тупости я еще никогда не видел. Получается, здесь батареи должны быть соединены параллельно. Вот, то есть увеличивается емкость. Они были просто запаяны накоротко. То есть тут плюс к минусу, а тут тоже плюс к минусу. Я сначала думаю последовательно, странно. А потом просто понял, подключаю блок питания, там потребление 10 ампер было. Вот такая херня, провода чуть не поплавились. Припаял нормально, короче, и зарядочка у нас идет. Сейчас буду все это собирать в обратном порядке. Так, вот, короче, все спаял. Фонарь еще, точнее не фонарь, а аккумулятор долил чуть-чуть воды дистиллированной. Вот. И все отлично работает. Он тут уже неделю стоит. И нифига заряд не упал. Хоть я и не полностью заряжал. Вот так вот. Так что, если столкнетесь с такой же проблемой, что этот фонарь сходу у вас не работает, может быть просто какой-то слепой китаец спаял банки накоротко. Вот, паяйте параллельно и заряжайте фонарь. Все будет у вас работать. Ну а вам всем удачных ремонтов. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем крепкого здоровья и пока.